Обращаю ваше внимание, что сверлить будет удобно вот таким сверлом балеринка. Наконечник использовать лучше вот такой, который заворачивается. Вот таким сверлом вы просто порвете вообще на самом деле ваши жестяные крышки и пластмассовые. Я вот достаточно дорогую такую крышку одну запорол. Итак, и сейчас я вам хочу рассказать, как мы можем еще использовать. То есть, вот смотрите, вот у меня здесь есть такой пластиковый контейнер. Я точно так же сделал, поставил клапан сюда от бескамерной шины. Ну, стоит он немножко, правда, подороже. И я вам покажу такой фокус. Ну, помимо того, что вы можете закрыть, да, просто какое-то там мясо замариновать, например, вот в таком вот. Кстати, слышали про такое сувид приготовления? Мариновка мяса в вакууме происходит гораздо быстрее. То есть там поры раскрываются, все ваши специи туда заходят, и когда вы резко открываете, происходит разрыв клеток, и мясо получается нежнейшее. То есть в таком контейнере вы можете замариновать мясо, и оно будет у вас очень вкусное. Испытано, пробовали, делали. Так. Но помимо всего прочего, для чего мне нужен был еще вот этот вот контейнер? Вот смотрите. Все мы знаем из физики, как происходит, если мы из одного сосуда откачаем воздух, то в другом точно так же его не останется. Что я хочу вам сказать? Вот здесь, например, вы... Да, тот же сыр, домашний обед какой-то, какой-то салат недоеденный, и у вас нету клапана, например, вот на таком вот, вот контейнере. Самое главное, чтобы контейнер был с прокладочкой, то есть, чтобы он сам по себе мог держать вакуум. То есть, вы берете, прикрываете. Вот я три части закрыл, одну часть оставил открытую. Ставлю внутрь вот этого контейнера, с которого я сейчас буду откачивать воздух. Подсоединяю, проверяю, слабенько, откачка пошла. Вот поэтому я и говорю, что вот это вот неудачный наконечник для насоса. Так, теперь закрываю. Сейчас вы все увидите, как начнется втягиваться. Тут со всех сторон начнется втягиваться. Здесь тоже есть вот такая прокладочка, которая воздуху не даст проходить. Включаем. Ну, видно сразу, да, пошел. Повторюсь, в том контейнере, допустим, вы положили там что-то там, какой-то продукт. И оттуда тоже воздух выходит. То есть, если вы положили какой-то обед и взяли в летний день его с собой на работу, да, то вы можете больше сохранить свежесть этого продукта посредством вот такого вакуумирования. То есть, мы вакуумируем сейчас большую камеру, да, а вакуум происходит, вакуумация происходит и в маленькой камере. Видно сразу, да, что там все втянулось. Отключаем. Открываем. Я думаю, что видно даже по крышке, да, вот здесь вот в камеру в эту видно, что здесь процесс тоже произошел в вакуумизации. То есть здесь ваш обед или сыр какой-то, или зелень какая-то, или еще какой-то другой продукт тоже завакуумировался. Вот я открываю крышку. Не падает. Для того, чтобы... вот слушайте сейчас. Слышали? То есть содержимое этого контейнера без клапана, здесь нету клапана, тоже внутри большого такого контейнера произошла вакуумизация. Но хочу сказать, что обязательное присутствие должно быть вот здесь вот, вот резиновые прокладочки такой.
резиновая прокладочка нужна для того, чтобы подсоса воздуха не происходило, чтобы он отсюда не подсасывался. Итак, друзья мои, ну, хочу, чтобы вы знали, я тут увлекся здоровым питанием. Посмотрите, почитайте в интернете, что такое сувид приготовления шашлыка, сувид приготовления там десертов всевозможных, сувид приготовления, просто сувид приготовления. Наберите в интернете, вы прочитаете о здоровом приготовлении пищи. Возможности вот такого дешевого, достаточно дешевого вакуумизатора я вам рассказал. В следующих программах я вам хочу рассказать о сушилке. То есть я еще один такой кухонный гаджет приобрел. Это сушилка для овощей, фруктов, грибов, мяса, там, ну всего чего угодно, там лекарственных трав каких-то. Вещь полезная, и я на следующей передаче вам обязательно расскажу о сушилке. Данные, где купить подобный вакуумизатор, вы найдете в описании к ролику. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор, ведущий Олег, и эта часть была, передача же называется «У меня я и мой хвост», и эта часть была я. Мой хвост лежит на кухне. Всем спасибо.